Всем привет на 79-м стриме. Сегодня у нас 9 мая, и я всех поздравляю с 69-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Итак, я сегодня долго думал, во что же мне поиграть в такой замечательный праздник. Ну, играть мы будем в японскую игру, но вы уже видите в какую. Но, к сожалению, у нас с игроделанием в России не очень. Я думал, что-нибудь такое... Ну, ладно, решил поиграть просто в то, что мне доставляет удовольствие играть. Это игра детства. Ну, как бы, да, тут стоит заметить, что в детстве я играл в Sonic 1, 2, 3, Sonic Knuckles, а вот в полную версию Sonic 3 и Knuckles я не играл, ну, можно сказать, никогда, полностью никогда не проходил, но проходил по отдельности Sonic 3 и Sonic Knuckles, причем большое количество раз, со всеми кристаллами и так далее. А как выйдет пройти вот эту часть, я не знаю. Но надеюсь, что проблем особых не возникнет. Однако, возможно, что и будет что-то и интересное в плане каких-то фейлов и так далее. Но посмотрим. Привет, Тор. Привет, Гоги Бастье. Итак, начнем же. За кого будем играть? Такой вопрос у меня к чату. Здесь у нас есть сейвы в этой игре. Я пока не... Пока там вы проголосуете, может быть, не знаю, может, еще кто-то подойдет сейчас из зрителей. Привет, Инферно. Вот, пока вы там решите, за кого же мне поиграть, я немножко расскажу об этой игре. Вдруг кто-то смотрит это впервые, вообще не знает, а что же это такое. Был картридж. Вначале вышла игра Sonic 3. Она не имела в себе Knuckles'а как игрового персонажа, но при этом в ней уже были заложены некоторые возможности для Knuckles'а, потому что игра была обрезана перед выходом, так как получилась слишком длинной, еще по каким-то причинам. Потом вышла игра Sonic & Knuckles, и картридж получился очень необычным. И он, во-первых, стоил очень дорого, не помню, по-моему, $100 он стоил. Или 150 даже долларов, это очень большие на тот момент деньги были, не только для России, но и для западных стран тоже. Но в России я уж вообще молчу, что лицензионно никогда не продавался картридж, это понятно. И в него, это, в этом картридже, сверху был еще разъем для картриджа. В него можно было вставить игру Sonic 1, Sonic 2, либо Sonic 3. И вставляя этот картридж, включалась игра, соответственно, Sonic 1, Sonic 2, либо Sonic 3, в котором можно было играть за Knuckles'а. Если в Sonic 1 и Sonic 2 просто добавлялся Knuckles, который может парить, и все, уровни такие же, то в Sonic 3 как раз-таки раскрывался весь потенциал. Во-первых, появлялись уровни Knuckles'а после уровней Sonic 3, и открывали дополнительные пути и секретки. И вот в эту игру мы сейчас и играем. То есть мы представили сейчас, что мы вставили картридж Sonic 3 в картридж Sonic & Knuckles'а и играем в эту игру. Смотрим. Так, Тор проголосовал за Knuckles'а, Инферно за Knuckles'а, Гуги Б за Knuckles'а. Ну, решено. Что я могу сказать? Решено. Хотя, по идее, как бы канонично за Соника, но... Мне-то что? Тем более, что за Knuckles'а я буду играть, скорее всего, хуже, так как я не особо привык. Я привык за Соника как-то играть, либо за Тейлза. А за Knuckles'а я вообще не помню, как тут чего. Да, тут у нас слева. Может, и технически, а может быть, они изначально планировали такую фичу. Это же тоже не исключено. Привет, мистер Набомнение. Я не буду, как Тор, собирать именно перфект, отличный результат делать в этих бонусах. То есть, собирая все кольца. Ну, какие-то кольца буду собирать, какие-то нет. Вот за этим я почему-то никогда не гнался абсолютно. Не знаю, как-то... Наверное, потому что игра в целом несложная. И смысла в куче континиумов и продолжений там, и жизни просто нету. Поэтому я никогда это не собирал. Ну, на первом уровне, может быть, собирал, потому что тут это делать нечего вообще. Собирать, как бы. Во время бонусов я чат, естественно, не читаю, да, тут уж не обижайтесь. Даже во время простых бонусов, ну, чтобы, как бы...
не провалиться, так сказать. Ну, продолжение нам дали, которое, надеюсь, я не использую. Ну вот, ну на первом, да, на первом перфект, ну как бы это первый, потому что уровень. Да, там вот вышла Sega CD, которая подключалась сбоку к приставке. И то, она подключаться могла только к... ко второй версии приставки. В первой версии там не было этого разъема. Ко второй версии подключался Sega CD, привод такой сбоку. У него был отдельный адаптер питания, отдельный провод там для видео, там он скрещивался. Потом вышла Sega 32X, которая вставлялась в разъем Sega, опять же, только второй версии сверху. При этом у нее был тоже отдельный блок питания и еще отдельный кабель для телевизора, который тоже скрещивался. Более того, существуют игры, которые требуют одновременно подключения и Sega 32X, и Sega CD. И получался такой монстр, что просто невообразимый. Да, мы, кстати, взяли первый изумруд. Опять же, я вот в эти бонусы заходить буду, почему нет, если они есть. Если эти бонусы есть, почему бы в них не зайти? Ну, я в них особо стараться не буду. Так, ну, пару монет этих колец, в смысле, собрал. И достаточно. Ну, может, рулетки там. Так. Да, я тут пути Наклза особо не знаю, же говорю. Я вот именно в эту полную версию особо я не играл. Ну да. Ну как бы, с одной стороны да, но с другой стороны это же не он придумал. Ну, я не отрицаю, да, Виджена я смотрел. Клевый персонаж, ну, хорошо рассказывает, смешно. Правда, иногда бывает там, проскакивают немного американский юмор. Ну, в целом, классно. Ну, я в переводе смотрел, конечно же. Хоть и я английский в какой-то степени знаю, но не настолько, чтобы на слух его смотреть. Да, вот он просвещает, мне тоже нравится. То есть он же не только шутит, он действительно просвещает и много интересного рассказывает. О, не повезло. Ну и ладно. Надо отыграться. Отыграться, это же азарт. Не, ладно, ладно. Я понял, меня отсюда гонят просто метлами. Вот Knuckles эти стены разрушает просто кулаками, в отличие от Соника или Тейлза, которому нужно спинатаку для этого делать. Да, бонус шикарен. Ничего не скажешь. На этом уровне, я честно скажу, я постоянно путаюсь, куда идти. Но это и не важно, рано или поздно я найду. Такие монетки, опять, что же их монетками-то называю? Такие кольца я собирать, наверное, буду, ну, по желанию. А вот такие, которые хранятся где-то в секретных местах, там, ну, типа, надо рыскать чисто кольца, то вот такие я уже не буду собирать, это точно. Так, 24 синих шара осталось. Собрать. Так, а насколько я помню, за 100 колец здесь тоже жизнь дают. Даже в этом бонусе.
Одно кольцо осталось там брать. А, ну да, ну ладно. Привет, Снап! Да, там, когда разгоняешься, становится уже... Это так, интересненько. Да, графон здесь шикарен. Вообще, в Сониках графон был... То есть, в первом Сонике графон был хорош для... Для Зари, эпохи Сега, был хороший графон, да? То есть, как бы развивается Сега, ну, как бы, в плане, что вот... Изучают платформу разработчики, да, и по Сонику это сильно видно, что вот они как улучшают. Правда, Соник далеко не эталон стабильности, да, ну вот баги в куче. Кстати, вот секретный путь, который Сонику просто недоступен. Наклз же здесь может пройти. Ну давайте посмотрим. Я не помню, что тут, не буду быстро идти. А, тут уже босс. Ну, у меня не огненная защита, да, поэтому он, возможно, меня сейчас доставит тут немного. Не, да, кто-то называет это там аурой, кто-то называет оболочкой. Я почему-то с детства называю это просто защитой. А. Как, сверху не закрыт? Разве закрыт? Ну, я... Да, ну ладно, надо... Я же не говорил это на стрим. Я играл в какие игры про Соника? Соник 1, Соник 2, Соник 3, да, вот Knuckles с отдельным картриджем. И Соник 3D Blast, конечно же. Очень хорошая игра, Соник 3D Blast, мне очень нравится. Соник Спинбол, я только смотрел прохождение. Уже потом, уже с компьютера, да. Картриджа у меня никогда не было. А дальше всякие Соники 3D, вот там герои, еще какие-то. Я их вообще не играл. Единственный, какой Соник я еще играл, это Sonic Generations. Вот он вышел недавно. Буквально по 2 года назад, что ли. Я в Steam его купил и прошел. В принципе, ну, в какой-то степени понравился. Не, ну, так интересненько сделан. Но, конечно, ну, видимо, из-за ностальгии, да, как бы уже ничто не переплюнет для меня вот эти классические Соники. И плюс еще тоже в Steam вышел этот Sonic CD, типа ретро, как это сказать, ретроспективу, но я не знаю, как это назвать. Переиздание, вот, правильное слово. Его я тоже прошел, хотя он меня совершенно не впечатлил. А, они там не допрыгивают где-то на Knuckles, ясно. Тяжелая Sonic Pinball. Ну не знаю, мне 3D Blast очень понравился, особенно музыкой. Ну вообще, в принципе, не знаю, оригинальная игра. Ой, случайно вылетел. Ну и ладно. Читал просто чат в этот момент. Ой, да что я сделал-то, лол. Ну вот не играл я в другие Соники, к сожалению. Ну вот я думаю, нам Торок покажет. Он же вроде как марафон собрался пилить. Для меня вот это новая локация, я здесь не был. Как-то вот я упустил это, и все руки не доходили пройти. Да не, хочу покрутиться на тех штуках. Ну, то есть вот второй бонус, он более такой интересный, как по мне. Да все, уходи уже. Да ладно.
В полете пульки отбивает? Что-то я этого не помню. Проверять как-то не хочется нарочно. Итак, пришли к боссу. Ах ты ж. Ну все, тогда получай. Ну, ему осталось один удар. Главное, полет не отпускать. Ну ладно, учту. Кстати, тут же никто мост теперь не разрушит, по сути, или как тут. Что-то я вот этого даже не помню вообще. А, ну правильно, я тут Наклзом-то особо даже не играл. А, она сам спрыгивает. Интересно. Да, действительно, я осознал, что я же вообще уровни Соника 3 не проходил никогда Наклзом. Практически в новую игру для себя играю. Послезавтра новая часть Тоху выходит, но это не для меня, я по порядку. Так, ну мне бы эти не пропустить... бонусы, ну, соответственно, изумрудики. Не помню, тут нету. Я плохо помню, где они есть. Нет, некоторые я помню точно на втором Гидросити. На первом Гидросити я не помню. Так, может тут слева что-то? Давайте сходим. Вдруг там вращающийся будет. О. А какая мне? Мне надо водную как раз таки брать. Ой. О, жизнь. Я опять во время бонусов чатик читать особо, да, не читаю. Так, сейчас почитаем, что там написали. Знакл Зестри приходит забавно, да, там же. А. Фармилова жизни, да, это фармилова жизни, бесспорно. Ладно, тут этих еще бонусов будет просто куча. На следующем уровне там. Везде, так что я не буду прям за них страдать, так искать по всему уровню. Ну, по крайней мере, если я не знаю, где они. Ну вот на сетором я, в принципе, знаю, поэтому там можно в паре мест вернуться. Да, тут я помню, тут наверху куча колец, но я их без Тейлза не возьму. Или это не тут? Не, по-моему, тут. А HR патч выйдет? Что за HR патч? Или XP патч? Собрать 100 жизней? Ну это... Ну это сложно на самом деле. Потому что даже с учетом фарма, как бы все равно, ну 100 это немало. Привет, Dark Angel. Нет, не прошел Last Odyssey. Давно уже не играл, на самом деле. Ну так, сейчас пока получается, посмотрим, что дальше будет. Там, я помню, в стене там пузырь этот, но мне он сейчас не нужен. ...75 без фарма вышло? Да ладно. Все-таки с фармом, походу. Просто он такой был. Неявный.
А, ну хотя я же эту версию не проходил, может быть здесь так и получается. Я-то всегда по отдельности проходил. Так что да. Не буду уже кольца тут собирать. Наклз в воде становится фиолетовым. Так, ладно, я лучше не буду чат читать. Хоть и бонусы тут легкие, но чуть-чуть отвлечься, и все равно можно не туда свернуть и так далее. За слупочек. Вот. А, так, три изумрудика у нас есть. Ну, посмотрим, сколько у меня будет жизни. Ну, кстати, не знаю, вряд ли получится сделать прохождение без смертей. Ну, вряд ли, да. Учитывая, что я Наклзом здесь первый раз играю, в принципе. Да, Наклз что-то фиолетовым становится, странно. Ой. Тут же не так надо, я забыл. Тут, блин, тут не так надо было делать. Ну и ладно. Кому эти 200 колец нужны? Вот я, кстати, если что, я играю без тренировки абсолютно, да, то есть я хоть и игру-то много раз играл по отдельности, но... Это лол. Ты не утонешь? Чё за бред? Сейчас утонет. Не, не утонет. Ну ладно. Да, Наклз-то стены сам разрушает. Ой, лол, как здесь можно было зафейлить? Соника, по-моему, кстати, немножко не такая физика, мне кажется. Лол. Да. Но надо было хоть чуть-чуть потренить. Давно я совсем не играл. Странно, мне кажется, все-таки Соник как-то по-другому здесь. Потому что, ну лол, я на этом моменте вообще никогда не фейлил. А, прыгает выше, ну вот, может быть, кстати. Тормозной и толстый. Ну, как видишь, уже умер один раз. Блин. Нет, ну, снап, сложность низкая для того, чтобы пройти игру. Естественно, я пройду игру, то есть гейм-овера не будет, да? Но имеется в виду тренинг, чтобы без смертей. Потому что я-то Наклзом вообще не помню. Не играл, точнее, даже. Нет, ну... Как-то просто, чтобы, ну, как бы, чтобы приятнее смотреть было. Привет, Рейгон. Да, музон здесь приятный. Вообще-то, ну, не знаю, в Сонике мне, в принципе, да, затуплено. Нет ни одного Соника, в котором мне, в принципе, не нравится музыка, из тех вот, которые на Сеге Genesis. Ладно, то, что я теряю кольца, это вообще не проблема, потому что, опять же, зачем мне кольца?
набрать жизни, что ли, или что, как бы, да, в принципе, ну, или, в принципе, особо смысла нету, лишь бы, чтобы просто не умирать и так далее. А как я без стелза-то на... А, наверх можно без стелза попасть, да, можно. Надо разогнаться там. Ну да, вот этот уровень, когда я первые разы только проходил, очень заставлял в конце, я запутывался, не знал, что делать. Ну потом, когда уже научился, то да, как бы уже тогда стал проходить. Огромный массив синих этих надо сейчас собрать. Вот и все. Ну потом кольца на суперформу, но это когда будет еще? Против Соника 2 без дамага даже, не без бессмертия, а без дамага. Да, там эти ж всякие не очень. В конце воспользуешься читами? Не, почему? А, ну это ты троллишь, но я понял. Так. Стоп, а как туда мне залететь? Это что-то я уже забыл. А, вот так как-то. А, стоп, это же не тут. Кольцо-то сверху, это в другом месте, похоже. Кстати, вот я вот покажу тогда баг с музыкой на боссе, но мне для этого надо потерять водную защиту, да, вот. Если получится этот баг, ну, скорее всего, получится, обычно получается. Просто, видимо, не все, я так понял, об этом знают почему-то. Но я его обнаружил сам, как-то случайно совершенно. Делается очень легко. И попал по жизни. Да, жизни фармится просто вообще на раз. Скажи спасибо, что их не на время собирать надо. Да, в принципе, все равно. Не, так а этот баг, он никак не... Он только для музыку, он никак не поможет мне пройти или что-то вроде того. Просто я думаю, это может быть кому-то будет интересно, потому что если об этом не знали... Да, что ж ты. Так, тут у нас тоже иногда бывает запутываюсь, куда идти. Вот этот момент, где собирать по углам по одной сфере, конечно, так доставляло особенно раньше.
Так, там слева, да, был проход? Нет, стоп, а где я не был-то? Тут? А, вот этот момент, да. Ой, лол. Что-то я не то сделал. Чуть-чуть это... да, ну ладно, не важно. Вот они. Так, уже... Сколько? 5? Значит, осталось 2. А, стоп. Здесь что, какой-то другой вход на босса? Тогда, возможно, вообще того бага здесь нету, потому что там-то мы вниз обычно падаем. А я здесь вообще ни разу не был. Ты скажи, что дают кристаллы? Они дают превращение в суперформу. Нет, случайно ничего. Ой, ой. Немного не рассчитал, подумаешь. Я же не знал, что там такое огромное расстояние. А, ну, в принципе, вот такой же вход на босса. Ну-ка. А, вот. Все, услышали? Вот он баг. Ну, я не знаю, может это фича, я без понятия. Но, по-моему, это не так не должно быть, или как-то это странно, по крайней мере. Ну, вы поняли, да, музыка изменилась. Она теперь наклзовая стала. В обычном Sonic 3 это тоже работает. Привет, Хоббит! Да, что ж. Хоббит, да я уже понял. Нет, музыка на боссе сменилась. Она была одной и той. Ну, то есть, не то, что когда у меня босс заканчивается, а сама тема босса, она была вначале одной, а стала из Sonic & Knuckles игры. Причем, если, кстати, не ошибаюсь, то эта тема теперь останется на боссах. Ой, я думал, это мягкие колючки. Неожиданный поворот? Что-то я не помню. А, ну да, я ж не видел. Вот и подошли еще 2. А, я что-то верхний-то, наверное, не возьму, да, никак? Вот как я прохожу этот бонус. Как бы, как говорится, в лоб. Не так, как Тор, там, какую-то стратегию офигенскую. У меня стратегии особо нету. Не, ну я-то его стратегию запомнил, но как бы... Чтобы уж не повторять, пройду по-другому. Как я обычно прохожу. Просто одну, я как бы захватываю одну эту лишнюю. И все. А, что это было? Меня крестовина подвела опять.
Ну, она не туда повернулась. Точнее, даже повернулся, да, когда я не хотел повернуть. Ну и ладно, ну и ладно. Что-то тут еще этих будет колец. Ну, Тора, при чем тут для тех, кто не умеет, если я как бы, в принципе. Это же я играю, а не тот, кто не умеет. Так, а что тут слева, что-то я не помню. Ничего нет? Ясно. Честно говоря, уже уровни я помню довольно-таки плохо. Местами. Значит, КТЕ. Knuckles за Эхидна, по-моему. Не, ну по крайней мере, снап, я же могу перепрыгнуть два этих, и ничего в этом страшного нет абсолютно. Ну, Тор, а я сказал, что твоя стратегия плохая, я просто сказал, я покажу, как я прохожу, и вот и все. Я же не сказал, что как я прохожу, это идеально, и так надо делать всем. Я просто сказал, что я покажу, как я делаю, и вот и все. Как бы я так проходил вот изначально, с детства, поэтому просто решил как бы показать. Не понял, просто где секретки, поэтому стены проверяю. Ну, уже забыл. А, вот тут слева помню, да, точно. Самый такой коварный бонус. Главное, чтобы крестовина опять не подвела. Так, здесь и здесь. Так, вначале вот это соберем. Потом вот это. О, удачно. Где-то еще 4 спрятались. Я их могу сейчас искать очень долго, на самом деле. Посмотрим. А, нет, повезло. Да, я знаю, это не тайна, Тор, вообще не тайна. Так, остался один изумрудик тот, на котором я зафейлил. Интересно, а как тут босса проходить? Что-то непонятно. На стейлзе же нету. Неужели босс какой-то другой будет? Можно, кстати, не спойлерить по этому поводу. Потому что я же говорю, за Knuckles'а я не играл здесь. А, что? Соник синий, шары Knuckles красные. Ну. Логика в этом есть, по крайней мере.
слишком легкий босс. Ой. Ну, посмотрим. Сходим, наберем чего-нибудь. О, пустые эти наберем. Вот, огненная не помешает. Так, что тут у нас? Не взял, ну и ладно. А, жизнь. А, что за кольцо подействует? Мне 52 лет. Так, ну там по-разному дают. Я, кстати, не знаю, от чего зависит. Для чего огненная в первом акте? Да просто так. О, здесь что появилось-то? Интересно. Такого не было в Сотнике. Типа усложнили, что ли? Ну, Снап, Наклс-то не допрыгивает, но они могли бы босса ниже опустить. Ну, решили вот именно сделать так. Пойдем поверху. Так, тут у нас что? О. Оп. Ну я, если что, этот еще одно кольцо, ну бонус, это изумрудик, возьму на карнавале. Если тут сейчас не найду. Я не помню, где тут оно. А, не, вот тут оно, по-моему, снизу, да? Ну ладно, осталось взять. Ну, крестовина может и второй раз подвести, потому что она не очень. Вообще, тоже я, в принципе, согласен. Твоя стратегия, она довольно-таки безопасная, но... Мы же не ищем легких путей. Так, еще 12. Ну и чё, мне даже прыгать не пришлось. Так что, кто там говорил, что прыгать обязательно надо.
Не, мистер Напомнение, у меня просто... Все, Супер Наклз. У меня просто, как бы, можно сказать, мышечная память уже на геймпад для Соника. Ну, я имею в виду для игры Соник. Поэтому на клавиатуре я буду крабить, скорее всего. Ой. Ну посмотрим, Супер Наклз. Ну, теперь мигает. И все. Ну и бессмертный, естественно. Ну, кроме там придавливания и так далее. А так бегает, по-моему. А, ну да, бегает, в принципе, чуть быстрее, но, по-моему, Соник все равно быстрее бегает значительно. Как-то разница намного там сильно ощущается, тут не так сильно. Ой. А, там, кстати, защита. Это... А, я помню, Наклз ползает быстро. Точно, ползает быстро очень теперь. Кстати, мне кажется, или там сверху еще кольцо? Кажется. Привет, Тасол. Дальше эта локация не прошел, ну, чего ж так? Ну, видимо, мало играл. Ой. Привет, зрителя. Ну, да, привет всем там, кто смотрит анонимно, так скажем. Лол. Как это, как забить-то? Не понял прикола. Как забить-то? Честно, не понял прикола. Типа сюда нельзя, что ли, или чего? Ок. Наверх-то можно тут? Раз стрелочка стоит, по идее, можно. А, не успел оставить блок питания, ясно, ясно. Так, главное колечки взять. Так, роботик, здорово. Где? А. И что теперь? Так. Я даже не знаю, где будет босс, потому что сценарий за Соник, он вообще по-другому. До него доходить надо было. А, ну этот момент такой же у Соника был. Хотя не, не такой же, вообще не такой же. Посложнее Наклза-то. Это босс уже? О. Ой. Сюрприз, я такого не знал.
Да, лол, как его? Стоп. Так, ща. Это можно сказать летсплей этого босса от меня, потому что я вообще не видел его никогда. Да что ж ты, дай моё кольцо. Да что ж ты? Да, зажал. Неожиданный поворот. У меня действительно неожиданность этот босс для меня. О. Кто там посоветовал по центру стоять? Да это же имба тактика. Лол. Вообще. Изич. Какой вход на карнавал необычный. Ну да, конечно, для меня это такой, можно сказать, позитивный шок, что ли, что вот спустя столько лет я думал, что я игру Sonic 3 знаю просто отлично, и вот тут совершенно новые вещи для себя вижу. Меня туда пинать. Не надо меня туда пинать. Лол. Ага. Вообще отлично. А, да, сейчас меня прижмет. Тут подстава на подставе, я смотрю. Забыл, что он вверх отлетает. Спиндаж от бога. Давай, Инферно, удачи. Да что ж ты? Блин, ну тут надо было закарабкиваться так или иначе. А, уже босс? Ну тем лучше. Не люблю этого босса, он такой не очень. Не люблю босса, которого я не могу бить.
Не знаю, меня этот босс всегда раздражал. Не люблю его. Я вот уже думаю, как я буду на айскэпе проходить первого босса. Ведь там я, скорее всего, не буду допрыгивать до него. Потому что, ну, этот же меньше прыгает. А, он не... Он же ползать не может, потому что его вот эта вот штука сбивает. Что тогда делать? Вот так. Ой-ой-ой-ой-ой, проблема. Да что ж тут? Это что за это бюро подстав? Я что-то не помню в сценарии за Соника, чтобы тут такой тролльный уровень был. Ну не до такой степени. Ага, сейчас на шипы куда-нибудь, да? Не, спасибо. Не, как-то хочу туда над шипами все-таки попробовать. О. О, приятный момент. Да, Соник сюда даже попасть не может, я даже не помню таких локаций. А, так это же... Что? Да ладно. Серьезно? Нету босса? Или чё? Вот это поворот. Вот это поворот. А Соника к этому моменту уже 44 кольца. 43. Ага, он не может карабкаться, поэтому. Тут тоже помню баг, ну, то, что умираешь из-за того, что в текстуры проваливаешься. Так, тут я торопиться не буду, потому что тут тоже можно напороться много на чего. Но, кстати, пока что тут локация точно такая же, как у Соника. А, понятно. Так, вот это, кстати, по-моему, уже... Это уже пошло что-то наклзовое, чисто. Я такого не знаю. Ага, ну да, я должен был, в принципе, это предугадать. На эту музыку огромное количество каверов, ремиксов, чего только нету, просто огромнейшее количество. Так, интересно, а я мог как-то попасть на то это? А, ну это как раз то место, которым я сейчас типа камнем должен был пробить, да, походу? То есть я мог даже без камня его пробить. По идее тут можно просто пробежать, но я что-то в наклзе уже не уверен. А, нет, ну в принципе может пробежать. Кольцо пропустил? Да ну и пусть, у меня это изумруды собраны. Что мне, за 50 колец? Кстати, я, честно, не знаю, про кого ты говоришь, вероятно, я даже о нем вообще не знаю. Эй, а куда мне идти-то?
Куда-то не сюда. Сюда, видимо. Так, что у нас тут? О, босс под землей. Интересно. Ну это босс такой же, но я до него не допрыгну, я так понимаю, да. А, вот сейчас допрыгиваем. Да, что ж ты мало ударил. Оп. Больше двух раз, по-моему, нельзя. Все-таки потерял кольца. Кадина. Ну, там всего-то было 9 колец, по-моему, да, у меня. Ну, просто я чисто хотел попробовать, получится или нет без потерь. Не, ну а зачем кольца? У меня он 13 жизней. Тем более, сами, по-моему, мне говорили, что, типа, ну, супером становиться это не супер. Потому что, типа, ну, тактика там не видна и так далее. Это когда я Соника 2 еще проходил. Так, вот сейчас надо его пропустить. Так, локация тоже незнакомая для меня. Чисто наколзовская. Надеюсь, там можно так сделать. Ну, вроде да. Снап, почему ты так думаешь? Нет, ну они имели в виду, типа... Ну там... Не видна, типа, мощь боссов там и так далее, если играть с Суперсоником. Ну, я там Соником играл. DCC это что такое? Ну, Снап, ты опять же смотришь легкая игра со своей точки зрения. А кто-то, может, первый раз играет. Ну, я не про себя. Я-то хоть и первый раз играю именно в эту, да, но понятно, что я же проходил ну, раздельно, значит, в принципе, считается, что я как будто не новичок. Вот. А если кто-то вообще реально первый раз играет? Или, ну, мало играл, не играл и так далее. У него она может уже не такой легкой быть. Хотя вот именно эта часть что-то по жизням вообще такая щедрая. О, ну куда? Я уже две жизни взял на этом бонусе. Ну правда одну за счет колец. Три жизни. А, сейчас могло быть 4 даже. Ну, я, в принципе, по-моему, тоже прошел. Я только не с первого раза прошел Sonic 1 и Sonic 2, а... Ой. А остальные, по-моему, проходил с первого раза.
Хотя я точно не могу, не буду врать, я не помню. Может, и не с первого. Так, ну, колец достаточно, чтобы босса забить. Ну да, изич. Я-то и стрим по Сонику включил. Почему? Почему не Lost Odyssey, там, не Тоху? Потому что я хотел чисто... чисто получить удовольствие, просто поиграть во что-то, а не пострадать, как обычно, там, в Боши или еще что-то. Тебе нужно делать скрины, ну да. Будем считать, что это тоже причина основная. Ну, Снап, как видишь, навык особо не проявляется, потому что новые локации для меня. Играю-то я плохо достаточно. Единственное, ну, бонусы как бы собрал. Если бы не тот фейл с клавиатурой, то я бы, в принципе, все с первого раза собрал, но... Единственное только. Но как бы они и так не сложные, их многие собирают с первого раза. Если кто не совсем новичок. Ну, другими. Ну потому что я, в принципе, все игры выбираю, которые я первый раз играю. Особенно если говорить по JRPG, типа покемонов и Lost Odyssey, так я вообще... для меня... я не то что первый раз даже в игры играю, я первый раз в жанр играю, так что... конечно же, у меня там навык вообще на нуле. Так, что у нас, не помню. Так, ну возьмем. Да, пропустил кучу колец, ну и ладно. Нам уже собирать не надо эти, ну, изумруды. Так что, оп, так что это можно особо не беспокоиться. Ладно, возьму супер наклза. Нам еще бежать, пол игры только пройдено, в лучшем случае. А то и меньше. Потому что, в принципе, Соник, ну, как бы, уровни Соника 3, это, по сути, не пол игры, это меньше, у Наклза там длиннее. Ой. Прочитаю, что там в чате написали. Так, всех Донки Конгов. О, знаешь, этот вопрос так вот просто не решается сходу, потому что, в принципе, игра интересная и классная, но я в нее играл очень мало, только в одну из частей, не помню какую, на Супер Нинтендо. Так что не знаю, пока этого не будет. О, вылетел. Ой, упал. А, не знаю, по-моему, тут все равно куда падать, не падать. Ну, кому как.
Кому-то нравится, кому-то не нравится. Мне вот то, что я играл на Super Nintendo с сестрой, мне очень понравилось. Так, что это такое? Ну, какая странная локация. О, их два. Здорово. Ну ладно, не буду я. Чего они уворачиваются? Ну, честно. Я трачу тут кольца свои на них, а они уворачиваются, думали. А я первую Зельду и вторую проходил, мне понравилось даже очень. Правда, очень сложная игра. А Метроид не играл. Ну, я об этом уже говорил вроде на стримах. Да, успел. Опять же, какая-то новая локация, потому что вот это стены на фоне, их вообще тупо не было в Сонике. Ну, когда Соником играешь. То есть такого даже задника не было. Не говоря уж про саму локацию. Вот это сейчас замикрил просто. Упал. А, да, под водой бы, значит, я забыл. Ну, на под водой как-то не обращаешь внимания на фон. Тем более он там немножко замутнен же. Сходим-ка, посмотрим-ка. Подбросьте меня нормально. Пустышка. Ну, огненную я, наверное, потеряю почти сразу. Там вода же, наверное, сейчас будет где-то. Увидел пулю, сразу захотел загрейзить. Не знаю, меня особо это не раздражает. Я же, ну вот именно, что логично, поэтому меня не раздражает. Ну не, да, естественно, неприятно, но что, вся игра приятная должна быть? Ну в смысле, как бы, это часть сложности, я считаю, нормально. И что мне делать? Не понял. А, ясно. Рандомно куда-то иду совершенно. Так, нет, рандомно походу нельзя. Интересно, какой будет босс? Такой же? Ну, опять это коллизии кривые. Это вот баг Соника частый. Даже так? А он не тонет, да, по-моему, в суперформе? Что-то я вот этот момент уже забыл, если честно. Тонет, да? О, я вижу. Вот фейл-то. Что, уже думали все?
скорее надеялись, ясно. Ну хотя бы откровенно. Надо побольше набрать колец. Тут самый неприятный момент в том, что когда ты доходишь до босса, у тебя стоит выбор, либо стать суперсоником, либо стать супернаклзом, суперсоником, но тогда есть риск, что закончатся кольца, и ты будешь биться с боссом без колец, либо идти просто не в суперформе, но кольца про запас тогда есть. Поэтому я пока не буду превращаться, тем более, что в оболочке он уже не превращается. Вот. Оставлю на босс. Ну да, оболочку-то я и сразу протерял. А, ну, да ладно, здесь босс? Вот этот здесь босс? Ну, как-то меня тут все переделали-то. Все еще тут, если что? Ну... Давай, говори что-нибудь. Я не знаю. Музыка обычная на этом боссе, который был финальным для Соника 3. А, он даже не задевает. Обидно. Так, а его сколько надо? 8 раз или нет? Я чуть не понял. Ну, походу 8. О, летающий. Ну, хоббит, что поделаешь? Какие есть? О. Он что, сам свою базу уничтожил? Ну вот и... это... начались уровни Наклза. Наконец-то. Слишком просто, ну... это же, по сути, детская игра. Так-то. Это что такое? А, этого я не видел вообще. Вон как тут. Понятно, я даже не с первого начинаю. Я их вообще не помню, вот эти бонусы. А, нет, это вспомнил. Ну, не совсем вспомнил. Да, он же не назад отбивает, а вперед. Все, я вспомнил. Ладно, наберем. Наберем. Я за... ну, все, запутался. Давно, 100 лет не играл в это. Надо было просто вперед идти, ясно. Но где находятся кольца, к сожалению, не помню. Я помню, что на первом уровне их очень много, можно стать супером за вот первую-вторую зону. Но я не помню, так что... именно я, скорее всего, не стану. Да это и не требуется, по большому счету. Да, 9 штук на 2 акта. Нет, тоже за одну нельзя. А, о, я думал, он не допрыгивает.
Так, что-то мне кажется, что там есть что-то, не помню точно. То ли тут где-то было, не помню что-то. Или вот тут. О, нашел таки одно. Пойдем на это же самое тогда. Раз я ее уже типа вспомнил. Интересно вообще сделали, конечно, здесь. Типа... дособирать как будто бы надо. Ой, что это за фейл? Ну это легкий на самом деле. Я просто, ну первый раз просто затупил. Один кристаллик раскрасили. Тут нету? То я не помню. Маркеры 4, по-моему. А, ну... думаю, от этого он не превратится, к сожалению. Супера. Причем же есть разделение уже изначально на путь для Наклза, путь для Соника. И у Наклза, по-моему, мне кажется, даже больше было этих колец. Ну потому что Наклз может и по пути Соника идти. И эксклюзивные у него вроде тоже были. Стоп, а куда идти-то? А, все, понятно. Лол. Да что это за фейл? Какие 97 человек? 37. Ну, Sonic довольно популярная игра. Тут уж не поспоришь. Стоп, а там слева нету? Что-то я не помню. Я тут ничего не помню. Ой, да лол. Слишком я давно играл. Да, вот всего я нашел, можно сказать, один, потому что первый, ну, был прямо в начале. Да, полную версию немногие видели, я же тебе говорю. Я тебе говорю, я даже... Не, ну я как бы о ней знал, да, я о ней знал еще даже, в принципе, ну, давно. Но не играл именно вот почему-то, ну как-то руки не доходили. А, я же был готов к этому. Там лететь, по-моему, надо было. Так, где тут у нас колечки-то?
По-моему, здесь что-то слева есть. Или нет? Нет, путаю. Наверх или направо? Ай, лол. Но это не то, что я искал. Да, что ж она прицепилась-то? А, вот здесь, по-моему, где-то слева, да, было? Или мне кажется? Нет, не кажется. Идем в первый тогда. То есть, если играть за Наклза, то это будет самый первый, потому что там нет такого выбора, как здесь. А, стоп, или наоборот последний. Не, походу порядок другой, это вроде последний. Все, мне не изменяет память. Так, пойдем-ка сюда. Тут опять же можно запутаться легко. И искать часами оставшиеся. Конечно, можно и сбоку на них запрыгнуть, но это как бы некрасиво. Да и опасно довольно. Так, это вроде то, что надо. Осталась одна. Где она? Вот, это было... повезло. Так, собрано. Два уже. Да, я помню. Посмотрим. Я уже сразу там об этом подумал, что там будут какие-то изменения. Интересно очень посмотреть. А после того момента уже, по-моему, и нету. Там же уже начинается уровень, как его, Sky Sanctuary. На нем разве есть эти кольца? По-моему, на нем нету. А, так у Наклза же этот уровень вообще состоит только в телепорте же вроде. Или я уже все попутал, что-то я не помню, если честно, уже. Три кольца есть. А это разве не в Sonic версии уровня? А, это вроде зависит, собраны как раз таки или нет, да, эти изумруды. А, точно, у Наклза же этой сцены нету, потому что там против Наклза сражаемся еще. Ну так и все, значит, у Наклза даже не будет уровня DZ. Хотя жаль, уровень очень классный. Так, надо заблаговременно ее убить. Телек.
Оп, там нету ничего. Нету. О, еще одна. Так, второй. А как нам взять второй? А, вот так. А, этот уровень. Ну, вроде изич, по идее. Тут вроде это подвох был какой-то в конце, но я, к сожалению, не помню. Но мы сейчас это проверим обязательно. Очень много тут надо этих синих собрать. Сколько там было? 150 штук, что ли? Или что-то вроде того. О, жесть. О, ну блин, кошмар. Это крестовина, походу, опять, я не знаю почему. Или может у меня что-то с реакцией, я случайно нажал. Я сам, у меня нет ответа на этот вопрос. Попытка номер два. Сто пятьдесят пять надо собрать. Причем это был самый последний поворот, после него там уже все. Ничего особо не оставалось, там прыжок один только сделать и все. И, кстати, в этой вот части я боюсь, что я могу и не собрать все, потому что... Особенно еще запарывать, потому что тут уже сложнее их находить. Ну, на следующих уровнях. Насколько я помню. Нет, видишь, это был последний поворот. Так, три собрано. Но это, к сожалению, последний на этом уровне. А, ну ладно, да, действительно, это не важно. А вот на следующем уровне я не помню, к сожалению, где они там лежат. О, пойдем-ка. О, я и забыл про это вообще, что это тут существует. Точняк. А, ну да, это же наказывает эти бонусы. Ну чем я электрическую взял, надо было огненную, ну ладно. Была же огненная. Ну короче, неважно. Меня радует, как этот босс заканчивается. Привет, Элис. Ну, Снап, я, в принципе, это... Да, не сейчас не лазил по всему уровню, так что...
прям бреющий полет от этого, от роботника. Обожаю эту музыку. О, это что за баг? Лол. Жесть. Куда я попал? Да что за... Что это было? Привет, АК. Или АК. Кстати, тут ничего нету, что-то я не помню. А, не, нету. Да игра забагована, она уже 100 лет забагована. Были только уровни Knuckles, но это значит была игра Sonic & Knuckles, так и называется. Это официальная игра. Так, колечки можно взять, ну, хотя ладно. О, жизнь. Колечки возьмем. Как же без колечек? О, еще колечки возьмем. О, не, нам не дали. О, колечки возьмем. Справа от этих мониторов с кольцами на броне. Ну ладно, неважно. А, только вечером, знаешь, не исключено. Не исключено, что будет. Мне рад этот момент. Так, мышка есть. Но только если будет, то будет 9,5, соответственно. Зачем я так сделал? Не знаю. Ну ладно. Снап, кстати, ну в принципе ты, если хочешь, можешь здесь подсказать, где эти кольца находятся, потому что я не помню. Я только пару моментов помню, но... А, в общем, могу пропустить. Может тут где-то есть, что-то я вот вообще... забыл такие вещи тут. Да что это? Или может не Снап подсказать, ну кто угодно. Кто помнит и знает. Пока напишу, отправлю, убежишь. Да что такое? Нельзя чат читать в этот момент. Ой, там стена плохая. Что-то я задержался на этом моменте уже слишком долго. Потому что постоянно тоже отвлекаюсь, чат читаю. Ладно. Угу, надо было огненную брать. Тут нету. Ну ты хотя бы можешь, знаешь, написать, типа, близко или не близко. А я вроде обычно залетал, странно. Или это не здесь? Так, сейчас там много написали, я прочитаю, что там так, ты ответил.
Сел весь день тут, ну, может быть. Так. А. Ну, я не знаю, будет и не будет, прям 100%, нельзя сказать. Но вероятность высока. Так, тут у нас ничего нет. Нет. Проверяем стены обязательно. А, я слишком хреново лечу, понятно. Так, а тут у нас что со стенами? О, то, что надо. Ну да, тут ничего, ясно. Не раньше 7? Не, ну это поздно. Ну не знаю, в принципе. Не, ну в принципе, если ты так просишь, я могу. Ну, если будет, то тогда перенести попозже. Почему бы нет? Просить о чем-то стримера, это же самое, как бы, то, что и надо. Для кого стримлю-то, в принципе? А, никак, просто ты стоишь, не знаешь, что делать, а потом видишь, что бомба пробила пол. Ну, у меня, по крайней мере, так и было. Стоял, тупил, потом смотрю, о, дырка в полу, ну ладно. Эх, ты ж не взял, ну ладно. А там бы много дали, скорее всего. Лол. Да ладно, пусть падает уже. Так, тут у нас внизу ничего нет интересного. А, тут уже босс. Интересный босс. Задумка такая прикольная. Не, на втором акте все-таки лучше музыка, как по мне. Интересно, какой здесь будет босс? Какой-то усложненный или еще что-то по-любому. А, здесь эти вот начинаются спирали. Направо или вниз? Ну, вы не успеете написать. А, нет, это не здесь. Там выбор будет, направо или вниз. Вот сейчас. Ладно, опять не успеете написать. Значит, направо. Тут нет ничего. Ну да, это такой немножко непростой относительно момент. А, нет, или не этот? Не, не этот, значит.
Да, Огина здесь в тему будет. Так, проверим по стены. Не, ну тут не, не в таких местах. А вот здесь, кстати, пойдем-ка наверх. Ну здесь можно и Соником наверх тоже. Вот за счет этих платформ. Ух. Странно, пока еще ни одного не нашел за два акта, ни одного не нашел кольца. Ну, это вот бонусом. С изумрудом. Ух ты, чуть не придавило меня. Ну там перед боссом вроде бы будет. Вот где-то сейчас сверху, да, если я не ошибаюсь. А, нет, это еще не тот момент, что ли. Вообще здесь уровень Knuckles'а не отличается от Sonic'а. Пока что все то же самое. Зайдем-ка. Ну и все, в рулетку заходим только один раз. Странно, что до меня вот этих не было полосок, на которых я стою. Ну, там видно было, что это первое. Давай, удачи! А, ну да, точно, это же уже прошел Sonic & Knuckles. Я забыл. А, такой тоже... Трололо немножко вот этот уровень. Плохо помню уже его. Так что не факт, что вообще пройду, в принципе. Не, ну хотя должен пройти. Ну да, ну они, в принципе, легкие все. По крайней мере, вот, если не на перфект, то да, ну просто... Так, уже... 4 изумруда на месте. И все, я не помню больше, где еще. Тут же нету. Ой-ой-ой. Ну ладно, ничего страшного особо. Да, это босс уже. Ну, как бы типа босс. Смешной, конечно. Ну реально, чисто поржать сделали. Почему поржать, кстати, если кто-то не понял, ну, может, кто-то не особо в Сонике разбирается. Во втором Сонике был почти такой же босс, только там он не убивал себя,
И летали платформы такие небольшие, шипастые, на которые нужно было прыгать и этот лазер бить, соответственно. Здесь типа такая пародия на этот, на этого босса. Да, прикольно, что я кольца, скорее всего, потеряю на босте. Ну ладно, 200 собрал, и нормально. Почему нету анимации, то, что на краю стоит? А здесь босс, кстати, сложнее чуть-чуть сделан. Вот это я помню, у Наклза. Он то ли быстрее, то ли что-то... Да, он, по-моему, быстрее, что ли? Не помню точно. Или нет? Или мне кажется? Лол. Ну это же фейл. Чатик опять. Не в курсе, но я в курсе, что движок у Соника таков, что да, вот такое происходит. Лол. Ну что я сделал? А, точно, у Соника огонь не пускает. Не знаю, меня вроде никогда не пускают, не помню. Не жадность, а просто... Ну, просто так получилось. Привет, кстати, Just Observer. О, не люблю вот этого... врага, вот этого... Как его назвать-то? Скорпиона на гусеницах. Здесь изумруды собрать вообще не помню где. Ну, опять же, пару мест только, но их надо еще найти. Но я не понял, где их искать. О, это путь только для Наклза, интересно. Я уже не помню. Так, что у нас тут? А, не буду, ладно, ходить. Так, ну ладно, пока идем куда идется, я просто что сижу-то думаю, ну типа, не пропустить бы изумрудик. Ой. Этого я не помню. Наверху нету, случайно. Тут где-то наверху есть, но это вроде в конце где-то. Еще внизу есть, иногда можно, вот тут можно вниз спуститься по пескам. Но не факт, что там что-то интересное, а могу пропустить кольца наверху, в принципе.
Ладно, зайдем. Но это не то, что я хотел. Я хотел какую-то защиту взять. Да уходи ты уже. Так, пойдем-ка наверх. Не, ну это, конечно, хорошо, но я не это искал. Что-то такое чувство, что мне не соберу я все-таки изумруды все. Потому что не найду просто. А, надо туда. Так, стоп, я это собрал? Что-то не пойму. Ну вроде я собрал, да? Что-то как-то он странно светится. Так, вспоминаю уровень. Какой-то он вроде плохой, что-то я не понял. Там где-то подставы какие-то вроде тоже. Что-то я плохо помню, к сожалению. Ну ладно, посмотрим. Здесь надо прыжок сейчас будет сделать, это я помню. Да, вот это плохо. Оп. Не очень удобный способ передвижения, но какой есть. А куда дальше идти? Тут вроде это прыгать надо, если я не ошибаюсь. Да что ты делаешь? Вон, а нет, это обратно. Вроде это можно было припрыгнуть. А, нет, просто тут есть другой путь. Странно, что я его сразу не увидел. Где-то три, всего лишь три. А где они? Ай-яй-яй! Опять эта штука меня подвела. Блин, так их сложно находить, и я не взял, но это фейл. Но это... Вряд ли я туда заберу уже все. Ну, постараться надо. Не, ну сна, просто что хочешь сказать, я специально туда повернул? Нет. Я поначалу вообще не понимал, как этого босса проходить. Не помню, как сколько прошло времени перед тем, как догадался. Да лол, я забыл, что надо, чтобы он башку высунул. В лава риф, ну это два. Чего, пока я его не вижу, он не прыгает, что ли? Упоры ты. А, он просто должен был встать. Ну напишешь потом еще раз, я же сейчас еще не в лаву рифен. Thank you.
Почему вдруг камень взрываться стал? Привидения эти, такие не очень. В детстве даже побаился их, если честно. Не включил. Ну и ладно. Здесь тоже есть на этом уровне несколько колец, как минимум. Ну, в смысле, это да, это неправильно говорит несколько, как минимум. Но я имею в виду, ну, пару штук точно есть. Стоп, на какую перепрыгнуть надо? Вот на эту, что ли? Так, тут кольцо справа, сверху, эпизоде, куча дорожек песчаных. Так, вот, которым только что я, да, прошел? Я уже не попаду, да? Они не это. Так, еще одна кольцо по себе идут, там только занапал, застоял зонта по стене. Да, вот это я помню, где по стене надо такой этот узкий, как бы вертикальный проход, да? Ну, типа тоннель. Ну, как сказать, башня. Это вроде помню. Надо только не забыть про него, это что же я могу еще и забыть. Ой, чуть не придавило, все как. А, лол. Понятно. Стоп, что я сделал-то? Мне же надо включить заново это. Затопил немного. Должно хватить времени. Да. Так, тут у нас ничего нет случайно наверху? Или я тут не могу на... А, я тут не могу наверх. Не, надо включить, а то они сейчас доставать будут. А, песочек. А зачем? Я же наклался мог без песочка. Ну ладно, чтобы не так скучно было, скажем так. Не буду на этот раз песочек вызывать.
будем использовать преимущество Наклза. А, ладно, не больно-то надо. Тут вроде нет никаких секреток. А вот тут вроде наверху, сейчас посмотрим. Или нет? Нет. Тут просто какой-то другой ход. Ну посмотрим, другой ход это тоже интересно. Ну это не важно, это как раз таки не важно. Так, проверим тут. Ну ясно. Наверх обязательно отслать, да, ну ясно. Так, путь чисто для Наклза. Уже интересно, потому что я его не помню, если честно. Да, звук пузыря интересный. Вот это, да? О, наконец-то. Ой, ну хоть бы не зафейлить, но... Ну ладно бы я на какой-то сложном моменте фейлил, а то на такой глупости просто иду, повернул, все. Непонятно, с чем это связано. То ли с этой крестовиной, то ли с мозгами. Просто я руку-то держу на крестовине, да? И поэтому... Ну, да что ж ты... Лол! Когда ты назад отталкивает, она запутывает очень сильно сразу. Начинаешь нервничать. Шансов собрать все изумруды меньше и меньше. Сейчас что? А, ну я понял. Теперь изумруд, видимо, писал. Так, тут у нас... Что-то я не помню. А, здесь надо песок вроде разбить. Для чего это? Секунду, гляну. Это кто писал? Я не в курсе. Ну вообще, да, примерно так и есть. Ну, не знаю.
Это фотошоп. Не было случайно еще одного? Там еще одно сверху, но не знаю, смогу ли я туда вернуться. Хотя уже время поджимает, если честно. Но в принципе на жизни-то мне уже яу, я все равно без смертей не пройду и так далее. Не, тут уже не взять. Там еще один этот изумруд. Но это надо было по другому пути идти. Да, идеально. За 32 минуты до конца. Ой, за 42. Все, секунды. Короче. Так, где здесь, говоришь, нужно брать? Что-то я уже не помню. Да. Шикарно. Я же только сейчас понял, насколько я давно играл в эту игру, что я все позабыл вообще, что здесь только есть. Я помню неприятность. Здесь вот что-то, то есть жизнь, по-моему, просто не более того. Да что же они допрыгивают? Ну да. Да, как я его не убил-то? Ну чё за... Ясно. Чуть-чуть надо было позже. Тут нет в стене ничего. Вряд ли. Здесь что ли в стене? А, тут не стена. Так, надо туда сходить. Стоп, стоп, стоп. Да как же, туда можно запрыгнуть-то? О, можно. Да ладно, только за этим? Там еще какой-то проход наверху, но туда я, но не могу. Не, по-моему, это плохая идея. Да. Лучше поверх вроде. Была бы огненная защита, я бы мог через эту лаву. Через эту лаву свободно прыгать. А вон и огненная. Да, была огненная и нет огненной. Ой, такой неудобный момент, это я помню. Особенно если тучку эту взять, ну или как это называется. Ты где? Тут же вроде
или нет. Да, рядом, вот здесь, да, где-то. Или наверх надо было пойти. Не, вроде сюда, да? То есть назад? Или просто не оно? Ну, кольца меня в последнюю очередь интересуют вот эти. Ну да, я в принципе сна помню, тоже такое что-то припоминаю. Но это похоже на второй зоне, что ли, будет? Или я пропустил уже? Ну, ладно, видать, я уже не соберу все изумруды. Никто и не гарантировал. В принципе, основная цель была просто пройти игру. Мы все равно еще поборемся сейчас, посмотрим, что тут сможем найти. Просто меня немножко, ну, как бы, удручают вот эти вот фейлы на этих кристаллоуровнях. В смысле есть цель, ну и что? Наверху слева? Лол, я не могу вернуться. А, ну это уже как бы, ну это после прохождения уже, это немножко другое все-таки. Не, ну все равно, и там же концовка другая, так что можно будет тоже посмотреть, да. Стоп, а где здесь? Там же то, что я пропустил, там же, по-моему, ничего такого нету. Ну там что, вот наверх там можно было прыгнуть. Или тут как раз таки... Нет, ну я же говорю, тут ничего такого. Или тут? Да вряд ли. После первой бочки, которая швыряет... Вот этой? Ладно, разберемся сейчас, пока тут бочка швыряет. Здесь или здесь нету? Чтоб стены не проверять.
Странным маршрутом иду, но не знаю, какой есть. Да я-то проверю стены. Ой, случайно зашел. Только было бы в них что-то. Так, мне надо, наверное, огненную, да, взять защиту. Даже тут закрабил. А, ну тут огненная лежит, ладно. Я от всего вернулся, как про. Чтение чатика вредная вещь, скажу. Довольно-таки часто доставляет неприятности, так скажем. Идеально. Нету в стене ничего. Да, не плевать на кольца. Лишь бы только жизнь не терять. Хотя и даже на жизнь, по идее, наплевать. Ну просто как-то единственное, не хочется очень много умирать, потому что как-то портится от этого прохождения. Но кольца терять все равно. Пока ничего нету. И вряд ли я где-то пропустил, ну именно в этом маршруте. Вроде все проверяю, где там примерно может быть. Может быть тут наверху-то, не помню. Не, вряд ли. Ну все, это конец уровня. Может вниз бегать? Или это еще не конец уровня? Нет, это конец уровня. Ладно, сходим сюда, может тут найдем что-нибудь. Интересно. Да что ж, я опять забыл про это. Интересный баг. Так, надо сейчас сразу-то вниз полететь. Поторопился. Довольно-таки далеко этот чекпоинт, странно. Опять поторопился, но как-то потому что уже надо посмотреть, что тут. Да лол. Ладно, хоть не умер. М-м-м,
Ну, здесь что-нибудь есть по-любому. Ой, я не могу за эту стену цепляться. Не могу. Ой, печалька. Вот тут вроде бы было или нет. На какой-то одной из этих стен, по-моему, было. Не, ну тут просто снап сам факт, чтобы пройти как бы с изумрудами, да? Ну типа 100% прохождение и так далее. Так, по-моему, это пропасть. Или нет? Нет, это не пропасть. А что это? Возможно, тут наверху что-то есть. Нет. Причем лава снизу почему-то не жжет. Не, нет ничего. Надеюсь, долечу куда-нибудь. Ну я надеялся. Надежды не оправдались. Далеко тут лететь. Ну надо же, я думал, уже все потрачено. А, печалька. Ну там никак не сделаешь. А снизу, так я понимаю, фейл. Да. Ну ладно. Сейчас еще время скоро закончится, но... Пока что никто... Не говорит то, что... Типа, сдолбал, иди давай дальше. Так что будем пока искать. Наконец-то я про это вспомнил. Да, в трубу сейчас пробегусь туда, тогда посмотрю, что там. Да, я забыл, что она только от огня защищает, а не от шипов этих. Да нет, не то чтобы забыл, что-то задумался скорее. Вообще игра длинная, но, если честно, довольно-таки уже утомляет. Ну, бывает. Что за порода? Да что? Мутант. Тоже интересно. Лол. Да... А, я уже думал, сейчас будет вообще потрачено. Возможно, кстати, и будет даже. Не, не будет, наверное. Это, кажется, локация Соника вроде бы как. Идет. Вот это нижняя. Да, я помню, там надо отпрыгнуть вовремя. А где-то отруба-то была, что-то я не помню, если честно уже. Где-то выше она была, что ли?
Справа вниз? Куда справа вниз? Сюда? Разве? То есть вот сюда? Ага, я понял. Надо не потратиться тут. А, ну я могу просто в трубу запрыгнуть, ну ладно. Аккуратность ничего не мешала. Понятно. Ладно. Нет, так нет. Все равно там надо еще нам 3, как минимум, найти, так что. Если говоришь, Снап, там можно будет потом вернуться сюда. Да что ж ты? Если можно будет сюда вернуться, дособрав, то, в принципе, может быть, так и сделаем. Типа, как бонус будет. Но только косяк, что куда вернуться-то? Если мы сюда вернемся, мы опять ничего не соберем. А куда еще вернуться? Если мы вернемся на первый уровень, ну то как бы далековато. Так потом опять идти до финала. А, да? Что-то я не то сделал. Да что? Ясно. Так это же читерство какое-то, Снап. Как-то странно. То есть я могу просто тупо на первой зоне таким образом все набрать. Каждый раз софризет делать и каждый раз возвращаться на этот уровень. Ну, как-то читерно очень. А, ну хорошо. Ну на первом уровне так и так можно собрать, в принципе. Ну а так ты 100% вообще соберешь. Ну вот Хайден Пэлас уровень. Последний, можно сказать, для Наклза. Тут даже не уровень, а так. А, у него что, полноценный? А, не, у него не полноценный Sky Sanctuary, у него только босс. Наконец-то роботник изобрел идеальную машину. Его нельзя победить в данном вот этапе. Я имею в виду первый уровень Наклза. Ну вот это вот, именно Соника Наклз. Кстати, я так и не понял по сюжету, почему этот Metal Sonic не подчиняется роботнику. Лол, я не помню уже его атаки, честно. Атаки такие же, как и в Sonic 2 вроде бы, да? Именно на этом этапе. Да, это я слупок. Чего вдруг не подчиняется, а чё он его уничтожил? Слишком точная копия. Лол, а чё я не успел его ударить?
Расходный материал. А, это был робоэк. Кстати, я об этом никогда не думал, когда играл. Я думал, это настоящий роботик, только он как-то странно выглядит. Почему-то я не вник в это. Ну, как бы я в детстве же играл, с том там. Для меня было как бы... Главное не сюжет, а просто... Вот уровни и так далее классные. Ну да, бывает затраливает. И без кольца оставил, нет, с кольцом. Мое верное одно кольцо. С одного мастера закрутил. Да, да, читер. Не, ну он же как бы это... Металл, так что может быть ему достаточно. Он, видишь, он типа просто энергию качает с него тупо и все. Как бы вот и все, превращение. Ну да, типа это последний. Привет, Битмен. Привет, Dragon's Crown. А, все, он начинает уже дохнуть. Пропустил я, да. Лол. Все вроде бы как. Если тут ничего не добавили. А, нормально. Соник научился почему-то водить самолет, пилотировать. Да, остров опустится и станет нормальным островом, как все. По-моему, это хорошая концовка. Плохая концовка, когда остров поднимается в космос, и все там погибают от холода и от недостатка кислорода. А стоп, а почему он у меня наверх летит? А почему он наверх летит, у меня вопрос. Ну ладно. Ну наверх так наверх. Видимо, потому что я первую часть, что ли, собрал изумруда. Не, ну вообще, как бы это не каноничная концовка и вообще прохождение за Наклза, да? Поэтому тут нестыковки в сюжете, что Соник пилотирует и так далее. А когда вот за Соник играешь, там уже все продумано именно с логики. Ну да, первой серии хватило. Ну и ладно, тем лучше. Правда, мне что-то интересно, что же будет, если все-таки собрать абсолютно все... Ну давайте, в принципе, тогда не расходимся, а сейчас после титров пробежимся на какой-нибудь там первый уровень и это соберем оставшиеся. Кстати, Снап, я правильно понял, что даже если я включу самый первый уровень, то все равно буду собирать... А, Mushroom Hill, ну да, значит Knuckles именно, ясно. Ну, значит, смотрим титры и продолжаем. Я пока на 2 минуты отойду, досматривайте.
Фух, ну вот и первый случай, когда я прошел эту игру. Именно вот полную версию. Так, нажимаем. И видим. Так, Клер, закончено за Накл, за 35 жизней, 4 продолжения. И не достает 2, не 3 дополнительных кристалла. А, то есть что я сейчас могу сделать? Что оу? Что мне не нравится, это оу. Что нужно сделать, Снап? Просто нажать старт, и у меня бы что, будет выбор уровня, что ли, или что? А, понял. Мушрум тогда выбираем. Так, ну ладно, идем тогда искать недостающие. А, ну первый же тут прям. Так, ну что, с четвертого раза-то я пройду? Или сколько? Или это третья попытка? Нет, по-моему, это четвертая уже попытка. Может, на клавиатуру надо было настроить управление? Я не знаю. Нет, это явно не с геймпадом проблема. Это со мной проблема все-таки. Слишком я что-то слоу. Так, а где у нас синенькие-то? А, вот здесь. И вот и все. Вот и все. Не знаю, Снап. Красивая, наверное. Привет, Джокин. Так, остался один. А, в смысле два. Два осталось. Кстати, Снап, вот видишь, я, когда проходил, да, у меня всего лишь 35 жизней, а ты говорил, у тебя там 75, что ли, было. Хотя, как бы я, ну, там пару раз погиб, это неважно, да, все равно бы у меня не было бы так много. Я, значит, это явно фармил их где-то. Ну, не знаю, не факт, что специально, но, по крайней мере, такие-то ходил, секретки, еще что-то. Где тут еще кольца-то находится? У нас нету? Не помню. Не, вроде нету. Ладно, пойдем понизу здесь. Во, не то? Не, не то. А тут... Где кольца-то? 75 ДТЛ, за много меньше вроде. А. Ну, ясно, в принципе. У Тейлза есть ДЗ. А, ну потому что Тейлз это
Ну, копия Соника по уровням, то есть он тупо заменяется, грубо говоря, спрайт. А, ну не спрайт, у него возможности чуть другие, но у него все равно уровни такие же все. И сюжетные события такие же вроде бы как. Абсолютно все. Да это не то, что я искал. Так, мне кажется, или там было слева? Не, ничего там не было вроде. Опять я только одну нашел на этом уровне. Не, стоп, я вообще ни одной не нашел. Ну, как бы самое первое, я не считаю, что я нашел. Она просто по пути стоит. А в тот раз я хотя бы одну нашел. Ну, в принципе, мы можем и 10 раз перезапустить этот уровень. На втором такте я найду хотя бы несколько, я думаю, мне хватит. А, не, я все-таки тут нашел одну, да, я же два изумруда взял. Один, который я с нескольких попыток взял, и второй, который я уже, ну, только что взял. Да, я понимаю, что после второго акта, но на втором акте мы уже соберем, я думаю. Так, ты говоришь, на другом месте надо, да, заходить в эту зону обесцвечивания? А я не могу на другом месте. А, серость, а не осень. Все, понял. Ну, как минимум, в конце там практически две штуки. Ну, в общем, соберем все, что надо. Так, вот здесь я помню, да, вроде бы слева где-то. Или это не этот момент опять? Не, да кажется, это не этот момент. О, а это что у нас? Не то. Наверх направо? А, ну да, точно. Так, вообще не помню уровень, к сожалению, что-то. А, вспомнил, так, смутно. Ну, неважно, в принципе, я думаю, соберем, ну, может быть. Но это вроде несложный какой-то. Только запутаться, опять же, можно. Ну, то есть именно потеряться. Поэтому лучше буду собирать все синее, что сразу вижу. Да, знаю, что сейчас плохо собрал, но, в принципе, это тут не важно. Я же кольца не собираю. Ты не шути так. Ох ты ж. Вот и все. Собрано. Техника истерички.
6 штук собрано. Ну и все, можно тупо вперед бежать, в конце уровня будет 7-й. Правда, не факт, что я его с первого раза возьму, потому что я даже не помню, какой это был. О боже мой, что я творю? Да не, видишь, все норм. Так. Тут где-то вроде бы тоже что-то было, да? Так, вот переход в серость. И типа это не тот, который нужен, да? Нужен какой-то верхний. Понял. А, еще выше, чем это. Стоп, а куда выше-то? Так там выше уже вряд ли. А, так это оно и есть. Что? Так это же первый. Ой, лол, да это же первый. Тут сам простой. Ну, я думаю, тут вряд ли что-то произойдет. Иногда ты тоже можно побегать долго, бывает. Ну, вообще, это самое простое. Тут даже на максимальной скорости, в принципе, бегать не составляет труда. Потому что здесь нет каких-то сложных выковыристых мест. Немножко это... глаз зачесался. Да лол, что ты делаешь? 4 осталось, а где они? Где-то такой же, это, крест-накрест должен быть. Синенькие вы где? Вот здесь, да? Ага. Я понял, что рядом со вторыми. Ну все, все собрано. Knuckles got all Super Emeralds. Now Knuckles can be Hyper Knuckles. Честно, не видел никогда. Так, теперь мы доходим до... проходим босса. Ну, я и не жду аплодисментов. Теперь мы проходим босса и идем на Sky Sanctuary, да, я так понимаю? Сейчас, неудачное время для показа. Ну, след остается. Скорость вроде такая же, но я имею в виду, как примерно у супер в этой, ну, значит, в первой части. Ну, примерно особо не отличается от того, что в Sonic 3. Thank you.
Так, ну, тогда я схожу еще раз на Sky Sanctuary. Там, я не знаю, концовка, в принципе, не будет особо, да, отличаться, получается. Если у меня и так остров полетел вверх, то, по идее, она не будет отличаться. Но все равно. Так, теперь... Так, уровень еще не завершился, да? Надо подождать именно, когда появится. Только там колес-то не будет на Sky Sanctuary в любом случае. Так, сейчас на всякий случай сделаю сейф стейт, чтобы вдруг если что-то не так пойдет. Soft reset. Да, еще у Соника открывается уровни. Так картинка такая же, Снап. Так, нет, нам нужен Hidden Palace, наверное, чтобы кольца хотя бы собрать. Ой, я нажал Б. А где кольца? Тут нет колец, что ли? Стоп, я что... Ну, с... ну ладно. Без колец, что ли, с боссом сражаться? А, ну ясно, с тремя колечками. А если бы я начал ну, с... как его называется? Ну, предыдущего уровня, то, в принципе, могу до сюда дойти с кольцами. А, нет, у нас же каждый уровень начинается с нуля, да, колец. Ну ничего, второй раз пройду, чтобы уж точно увидеть концовку с полными изумрудами. Да. О, без колец. Ну до свидания. Не, ну вряд ли без колец пройду, конечно. Посмотрим. Да, чё он? Снап, это что-то срочное или чего? А, там, наверное, какая-то картинка другая на экране, что ли, на том. Потом-то посмотрю. Так, два раза я его ударил. Вроде надо 6 раз, да, ударить? Или 5? Так, 3. Да, так, еще. Так, 5 раз, не помню, возможно, он сейчас начнет летать по-другому. Нет, еще пока по-старому. Значит, 6 раз надо ударить. Так, 7 раз. Вроде последний раз осталось.
Или вот тут надо чуть больше читать, забыл. Не, все. Ну нормально, без урона зато прошел финал босса. Тоже такая ачивка. А, ну вот Наклз теперь светится. И остров начинает подниматься. Потому что на него вернулись эти кристаллы, которые его держат. На весу, так сказать, заставляет парить. Ну вот, теперь вот игра уже точно пройдена. Так что на этом стрим заканчивается. Ну, досмотрим титры все равно еще раз. Как бы так уж, для завершения. Вот, так что если у кого-то есть вопросы, пожелания, предложения, жалобы, можете писать. Досматриваем титры уже без меня. Всем пока, увидимся.